приладил кузовок, ну, эти полбочки мои, да, которые стояли спереди, вот, назад. Единственное, тут доработал, это выпилил вот здесь вот, под вот эту стоечку. Треугольник у меня не сделан, а вот по центру этого достаточно. Ну, выпилил так с запасиком, не знаю, дюже там к размерам не прибегал. Все, теперь есть функция поднять, опустить на землю для более низкой загрузки. Также пружина в помощь для поднять. Ну, это до соточки. До соточки. Почему? Потому что вот становлюсь, да, стоит на месте. Ну, если вот, вот стоит вроде как на месте, да, но я там 83 килограмма, а может даже уже и 85, а может и больше, но тем не менее, вот становлюсь назад и сейчас его качну, качну, если я тут ничего не выскочит. Хупа! Все, встал на козла. Колеса оторвались, кузовок опустился. Стою, держу на самом краю. Сейчас вот опускаюсь сюда. Ух ты! И все. И он стал туда. Короче, до соточки. Вот в таком исполнении. Когда вот кузовочек сзади, можно опустить, поднять. Вот это поставил. Чисто вот сейчас буду вывозить траву. Повыкашивал вообще весь огород. У меня весь день занимался покосом травы. Вот сейчас буду пускать там, загружать, поднимать, вывозить. Также выворачивается, ну, мусор здесь есть. Здесь выворачивать не буду. Также переворачивается и выворачивается. Скоба простейшая. Вот, кусок арматуры, кольцо. Только что видели. Держит меня на краю и не выскакивает. Вот, как-то так. Мог бы поставить сейчас наперед его. Ну, не знаю. Захотелось вот приладить его туда. Там еще он ни разу в жизни не стоял. Вот, на навеске. Как-то так. Третья передача. Повыкашивал все. Одуванчики просто задрали. Блин, машину надо перегнать. Или так проеду. Вот еще пол трактора лежит, надо собрать. Я так проеду. Но машину перегоню. В любую щель. О, привет! Хе-хе-хе. Козявка. Траву надо вывести. Ну, можно было прицеп зацепить, ну, вывезу в ковши. Пару ресиков мочкану, заодно и пауков погоняю там в цилиндре. Опа. Вот как-то так. Тут глушим. И вот так вот берем его. Ложим, грузим. И вывозим. О, кстати, у меня же рештовочки есть. Сейчас принесу. Поставлю здесь рештовку и здесь. Чтобы она побольше влезла. Она легкая. А ее здесь немного. О, кстати, сегодня косил. Все дуванчики были просто желтые. И вот представьте. Буквально. Что тут прошло с утра до вечера. Вся желтизна у них пошла вот в пух. Абсолютно
все вот желтые цветочки, вот эти, и вот этот тоже он превратится в пух. Буквально тут осталось ему чуть-чуть. Ни одного одуванчика не было пушистого. Можете поверить, можете не верить. Ну, те, кто живет в деревне и занимается вот этими покосами травы. Буквально, да? Это для чего? Для того, чтобы размножиться. Вот. Пошел сразу в семена. Блин, как они задолбали, эти одуванчики. Посажу его здесь. Это капец. Это капец. А, иду за рештовками. Рештовочки взял. О, привет. Че? Идем на трактор ставить. Почти скосили. Ну, скосили, не скосили, ну почти. Вот такие были. А стали вот пушистые. И я не знаю, и 6 часов не прошло. Просто капец у них это. Регенерация. И вот это надо вывести. Ну что там? Самокат, показывай. Я снимаю. О, красавица. Так, сваренный. Ну это не я делал, это батя тут изобретал. Я только вот могу пользоваться. Вот такая вот передняя рештовочка. Она здесь прямая, с той стороны согнута. Ну, прямая, понятное дело, она двусторонняя получается. Вот здесь вварены спереди такие две трубки. Вот, можно ее поставить вот таким образом. Вот, как бы один угол, да? Но стоит ее только перевернуть. Ну, мало ли, это для большей загрузочки. Показываю. Вот. Угол меняется. То есть становится вот таким. Ну и третий вариантик. Можно же ее поставить и вот, вот так. И угол опять меняется. Для большей загрузки. Ну, всякой вот такой вот подобной вот штуки. Вот, как-то так. О, еще раз помаши. Привет, привет. Молодец. Ну, я не знаю, мы будем использовать, наверное, вот так. Пускай будет побольше, как говорится, закидаем. А это, я не знаю, что-то было сварено. Мы только добавили вон два клыка. Какая-то была конструкция, даже и покрашенная. Ну, чуть-чуть поржавевшая, но тем не менее. Ставится, друзья, на вот таким вот образом. Сейчас покажу. Где тут? Где-то. А, вот так, наоборот. О! Вот в эти дыдрочки. Дыдрочки. Или трубочки. Вот. Для чего? Для того, чтобы защитить передок трактора. В основном вот ковш стоит спереди. Вот там передок он защищен. И когда едешь, через них видно. Вообще все видно. Плюс никуда оно не девается. Ну это сейчас оно здесь стоит. А так оно стоит спереди. Вообще капитан. И вот теперь сейчас можно вот сюда вот нагрузить. Ну, в пределах габаритов, конечно. Вот. И вывести и до свидос. А, причем вот эта вот рештовочка. Вот это. Никак не мешает вывороту. Ну, здесь, понятное дело, подошел. Сдернул. Что-то там упало. Остальное можно выгрузить, и она стоит на месте. Вот. Эта конструкция полностью батина. Ковш. Крепление. Ну, там чуть-чуть ему помог там приселить там, и приварить. Остальное делал он все сам. Из, как говорится, говна и палок. А почему? Ну, блин, здесь мусор. А так бы я перевернул. Хотя так заглянем. Просто из кусков, обрезков, арматуры, всякой разной, всевозможной. Красота меньше всего интересует. Вот, возить говно,
в самый раз. Вот, как-то так. Ну вот трактористка везет. Эй, чё смеешься? Рули давай! Молодец! Так, ну здесь лук, понятное дело, там чеснок, буряк и все остальное, да. А с этой стороны полностью картофан. Я не знаю, что. А, свекла. Не буряк, свекла, да. Вот. А здесь, я не помню, сколько рядков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Где-то около 14 рядков здесь посажено на 70 метров. 10 на 70. Вот. Вот как-то так. А с этой стороны, блин, сбиваемся с маршрута. Посадил поперек. Ну, половину огорода. То есть где-то около 30 метров. И сразу мотоблоком подгорнул. Ну, не знаю. Захотелось вот так. Потому что, ну, не знали, сколько ее там осталось. Вот, ну, поперек. Выкопаем первую эту, а потом трактором можно оттуда цепляться и заезжать аж, блин, чуть не заехали. Заезжать аж на эту сторону. Про кукурузу и горох забыл. А, кукуруза и горох тоже посажены, да. Трава уже зеленая, большая. Ивушка зеленющая. Там тоже рыба есть, но не ловится. Вот одуванчик один в поле. Вот, как-то так. Блин, а комары тут, елки-палки. Етить, колотить тут комарья. Облепили. Все. Выгружаемся и быстро домой. Вот так и живем. Елки-палки, ля, комары прям облепили. Едут на халяву. Так, держи яблоко. О, совсем другая скорость. Вот так вот получилось. Ну, это я уже поставил ее вот так, чтобы поменьше длинный было. А это застилал, чтобы меньше просыпалось просто. Кусок вот пленки. Вот такие вот дела. Отлично. Вот мне тоже вариантик нравится. И маневрировать, и опускать можно. Ну, вес небольшой, конечно. Спереди, если я грузил там 300 килограмм, то здесь соточка. Из-за дальности от оси. Там максимально близко, здесь уже на приличном расстоянии. Вот, как-то так. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Опять будешь выставлять, да? Да, буду выставлять. Скоро увидимся.